Вітання, друзі! Це програма «Діалог», і сьогодні ця програма буде спортивною. Сьогодні до нас у гості завітали начальник управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради Олег Машкін та директор спорткомплексу «Зоря» Віталій Волков. Олег Валерійович, перше питання до вас. Складний рік, як і для всіх, як в усьому світі, для спорту також важкий, але все ж таки багато чого вдалося зробити. Мало хто про це знає, але все ж таки хочеться, щоб ви розповіли. Все ж таки робота велика була проведена цього року. Да, правда, год непростой, много с большими трудностями столкнулись, много было недопонимания, неизвестности, то проводятся соревнования, то не проводятся соревнования. Многие чемпионаты мира, чемпионаты Европы отменили, вы знаете, Олимпийские игры перенесли на 2021 год. Этот год должен был олимпийским быть, должны были разыгрываться лицензии. К сожалению, на сегодняшний день в Николаевской области есть одна лицензия, но она такая не совсем еще точная. Это наша велосипедистка Нагирна. Там такая тяжелая система подсчета. И с одной стороны, вроде у нее есть лицензия, с другой стороны, нет у нее лицензии. То есть это еще будет выясняться на дальнейших стартах. А остальных как бы лицензий больше олимпийских нету. Поэтому они, я думаю, будут завоевываться в следующем году перед Олимпийскими играми. Поэтому вот такой вот непростой ход получился. Но, несмотря на это, нам удалось приобрести для наших спортивных школ и провести тендер для покупки спортивной формы. Это и парадная форма для соревнований, и форма, в которой спортсмены выступают, то есть обмундирование. Также у нас получилось закупить на 1,5 миллиона где-то инвентаря на все спортивные школы, 16 наши. Это и велосипедистам у нас вот буквально к концу года получилось провести тендер, купленный 18 велосипедов. Где-то около 6 лодок было куплено, байдарок для наших спортивных школ. Трамплин для прыжков в воду также мы приобрели один, около 200 тысяч он получился. То есть, в принципе, потихоньку обновляем наши спортивные школы, наш инвентарь, чтобы... Вы знаете, что сейчас тенденция такая, что спортивный инвентарь, спортивное оборудование у нас каждым годом усовершенствуется. Те же велосипедисты говорят, мы приезжаем на соревнования, едем с одной горки, только, говорит, мой соперник с Италии на новом велосипеде, говорит, меня просто обгоняет накатом, потому что он намного легче, там другая система, уже нет этих подшипников, то есть все совершенно другое. Она обновляется, и надо как бы идти в ногу, поэтому приходится покупать это дорогостоящее оборудование для того, чтобы составлять конкуренцию на этих соревнованиях. Также были проведены у нас и капитальные ремонты в некоторых спортивных школах. Нам удалось в школе высшего спортивного мастерства, база которого находится на Володарского, практически восстановить из такого жестяного ангара, сделать новый спортивный зал. Мы 2 года над этим работали. Сейчас там установлено и отопление, и полностью сделан ремонт, утеплен фасад, сделана крыша. Сейчас там в зимнее время практически занимаются все наши спортсмены, которые занимаются на воде. Также спортивные училища подключаются, тоже там занимаются. Они проводят тренировки с общей физической подготовки, игровые тренировки проводят. То есть довольно-таки неплохой получился зал, и то, что не может не радовать. Также у нас получилось в моей родной школе номер 6, во втором зале здесь на Пушкинской, поменять крышу. Вот заканчиваются на днях работы. За 4 года нам удалось наконец-то закончить административный корпус на центральном городском стадионе. Я думаю, на следующей неделе мы с вами выйдем туда на место. Там осталось провести интернет, протянут интернет, и все работники центрального стадіону перейдуть в адміністративний корпус. Довольно-таки неплохо получилось. Ну, до центрального міського стадіону ми ще сьогодні повернемось, тим більше, що є представники підрозділу цього центрального міського стадіону. А ось момент, який я дізнався нещодавно, про те, що вдалося вирішити проблему медицинського обслуговування спортсменів, бо вона була великою. Про це, напевно, мало хто знав, але все ж таки була присутня така проблема. Да, в этом году мы столкнулись с проблемой прохождения медосмотра наших спортсменов. Вы знаете, что у нас был медицинское учреждение, это спортивный диспансер, где все спортсмены города и области проходили медосмотр. В связи с медицинской реформой эти все, скажем так, предприятия стали некоммерцийны, как они правильно там называются, то есть все услуги там стали платными.
Вот. Мы буквально на этой неделе провели встречу с нашим управлением здравоохранения. Хотели бы им сказать большое спасибо. Пошли к нам на встречу. Предложили нам две больницы. Это детскую больницу номер 2 на Рюмина и больницу Новоладарского для более взрослых спортсменов. Разработали алгоритм, по какому мы будем проходить этот медицинский осмотр нашей спортивной школы. На следующей неделе мы соберем еще раз наших всех директоров, расскажем, разъясним, где будут более молодые спортсмены проходить медосмотр, где более постарше, как это все будет проходить. И нам удалось в этом году, ну как мы и в этом году как бы и находили деньги, оплачивали спортивным школам. Некоторые спортивные школы, у которых есть возможность зарабатывать там деньги на спецсчет, оплачивали этот медосмотр со спецсчетов. В этом году мы забили 400 тысяч для прохождения медосмотра. Вот, в принципе, это не может не радовать, что как бы будут спокойно проходить медосмотр, знать, куда им идти, каким врачам, как это проходить, потому что было так немного нервозность, непонятно было, как это проходить, откуда находить деньги и все остальное. Поэтому вот. То ж на 2021 рік принаймні це питання закрито. Да, может не вся сума, которая нужна, но я думаю, на первое время, на первые полгода, может и больше, я думаю, нам хватит, а там дальше будем искать возможности. Друзі, Віталій Волков, директор спорткомплексу «Заря», наразі унікального, на мій погляд, унікального такого місця, де поєднується робота не тільки міста, не тільки комунальних установ спортивних, а також і бізнесу, і небайдужих до спорту людей. Все це вилилось в те, що зараз відбувається в спорткомплексі «Заря». Перше питання, найголовніше, чи передали землю? Чи можна вже працювати над ремонтами? Да, землю вже передали, вже було обслідування землі, вже є у УКСа розуміння, який робити проєкт. Сейчас они над этим проектом работают. И по назначению нашего мэра Александра Федоровича нашли деньги. Уже со следующего года начнут делать ремонт чаш. Затем будет проект на вентиляцию. Ну и, соответственно, будет установлена новая вентиляция. И в планах в следующем году уже запустить бассейн. Тож, навіть до 2021 року це може статися? Ну, плани такі. Зараз, якщо прогулятися просто спорткомплексом «Заря», просто неймовірні зміни за цей майже рік, там, чи менше, напевно. Скільки ви вже? З апреля місяця. З апреля місяця передали «Зарю», і ми почали працювати над нею одразу ж. Тобто, первоначально, що було, це приготувати дитячі поля, ну, поля взагалі для дітей, щоб вони могли займатися, тренуватися. Как раз так. Ну, карантин — это плохо, конечно, но на приведение «Зари» в порядок это сыграло, ну, нам на руку. Так как были оценка полей, чтобы мы могли законно делать на них ремонты, красить там за бюджетные средства. Подписывались договора на свет, на газ. Все это очень долго происходило. И во время карантина, ну, не было людей, как бы нам это было на руку. За апрель месяц мы, ну, с апреля месяца мы начали уже оценку полей, заключение договоров. Потом мы начали уже красить площадки футбольные, устанавливать скамейки мы там поменяли. Ну и последнее, что мы делали, это уже за спонсорские деньги залили подготовку бетонную. Уже за бюджетные деньги куплены сиденья стоят. Мы ждем, пока заключит там подрядчик договора. И, ну, надеемся, что до Нового года мы их поставим уже. И вот буквально недавно решили связаться с главой областной федерации футбола Пасечным, который является народным депутатом, и предложить, ну, сделать предложение такое, чтобы мы сами с городскими средствами, со спонсорскими средствами сделали основу на земляном поле, а федерация футбола нам подарила уже искусственное покрытие. Как бы. Ну, сейчас ведутся переговоры, ждем ответа от них. Олег Борисович, а скільки приблизно років, ну давненько, так, не було вирішено питання з приводу головного поля спорткомплексу «Заря», і зараз є шанс, ну, років 5 точно, так? Да, если это то, что задумали мы как бы вместе с ребятами, если это получится реализовать, это будет очень здорово. Они сейчас устанавливают одну секцию трибун, на которую смогли найти деньги. Потом дальше будут покупаться дальше эти еще, ну, трибуны, сиденья пластиковые, неплохие. Если получится сделать это поле, ну, это будет очень поле стандартное, то есть на нем можно
проводить довольно-таки крупные соревнования, вплоть до чемпионатов Украины. І це буде дуже здорово, якщо з'явиться таке поле на спорткомплексі «Заря». А ось ці поля для ігор мініфутболу? Ну, в планах взагалі от теж виникла буквально недавно ідея продлити його ще поля вместе с теннисными кортами, сделать его, чтобы можно было играть 8 на 8 и разделить еще для мини-футбола. И накрыть два, получается, поля, которые 8 на 8 и рядом с ними, накрыть тентом. Смотрим тоже и надувные ангары сейчас, считаем, что будет дешевле. Ну, за спонсорские деньги мы такое не сможем сделать, потому что там суммы такие серьезные, как бы, ну, планы такие вот есть. Вдалося також розібратися нарешті з часом для різноманітних секцій та спортивних школ нашого міста. Це було також дуже важливе питання, тому що там великі проблеми з цим були. Ну, було складно із-за того, що карантинні міри, і ми, ну, тобто, постійно розтягували секції, так як менше дітей повинно приходити. І, ну, в общем, справились з цим. Зараз у нас комплекс внутрі, він загружений на всі 100. И мини-футболом, и городскими школами. Даже днем там планирует зайти к нам одна школа, и будут играть, тренироваться. Гимнастика повернулась, турнир навіть встигли провести. Да, успели провести. Очень замечательный такой турнир. Я первый раз вообще смотрел гимнастику, но оно интересно так проходит и очень позитивно. Повернемось до футбольних полів, тим більше, що цього року вдалося, ну, на центральному міському стадіоні 8 на 8 поле працює вже наповну і вдалося ще одно відкрити. Да, Дію США номер 3, який у нас знаходиться на вулиці Пограничній. Відкрита теж нова футбольна площадка розміром 70 на 30. Дуже неплохая вийшла площадка. Буквально ми в початку осені, по-моєму, її відкривали. То, що у цієї школи есть хорошее отделение футбола, много детей занимается. Я думаю, эта площадка им будет очень-очень нужна, и дети будут с удовольствием на ней заниматься. Это не может не радовать, что у нас появилась еще одна площадка, что школа обзавелась как бы своей хорошей базой для отделения футбола. Слухайте, ну наразі можна говорити про те, що у складні часи, в складний рік, ще вдалося відкрити нові відділення спортивні. Я говорю про боротьбу, про, можливо, той же, ту же школу, яка в Олімпі базується, там і футзал в цьому році наповно запрацював дитячий. Так, да, ми працюємо над тим, щоб как бы, відкривалися нові відділення в школах, тому що, наприклад, школа номер 5, яка знаходиться как бы сказать, так, в віддаленому районі, в Октябрьському, да, иметь отделение борьбы, оно всегда как бы, ну, были там частные клубы, много мы общались, и вот у нас получилось в этом году открыть в США номер 5 отделение по борьбе. Они, к сожалению, пока собственной базы не имеют, тренируются на чужих базах, но у нас там есть проект, который мы хотели реализовать, сделать тренажерный зал, сейчас мы его немножко как-то так постараемся подкорректировать, объединить, чтобы это был борцовский зал и тренажерный вместе, то есть, чтобы там можно было положить ковер. И там очень хорошая территория, есть стадион, прекрасное место. Я думаю, что там отделение борьбы на таком большом районе будет пользоваться спросом. Как мы и два года назад открыли в ДЮ США Олимп, открыли отделение по боксу. Сейчас там очень много детей. И у меня тренер, ну, не тренер, директор ДЮ США, говорит мне постоянно, что, ну, с каждым месяцем все больше и больше детей хотят прийти и заниматься именно боксом. Ну, большой район очень есть, а таких наших отделений, именно вот единоборств, поэтому было принято решение попробовать открыть, и мы видим, что свои плоды оно приносит. ДЮ США 2 також нова? Также в ДЮ США 2 мы открыли в этом году отделение по смешанным единоборствам. Давно об этом как бы разговаривали. Много ребят занимается этим видом спорта. Есть неплохие молодые тренера. Поэтому тоже было принято решение вместе с ДЮ США 2 открыть отделение смешанных единоборств. Они тренируются на базе старого корпуса НКИ. Будем помогать ребятам, чтобы они принимали участие. Подготовку, какую-то экипировку, все, что можем, будем потихонечку им помогать.
Слухайте, ну я розумію, що багато в чому це питання держави, стимулювати, допомагати фінансово спортсменам, які виграють чемпіонат Європи чи то світу, але я так розумію, що і місто Миколаїв, так небагато, але все ж таки намагається щось якось, якісь премії знаходити для наших переможців. Да, стараємося. Я лично вважаю, що город должен знать своих героев в спорте, поэтому нам и было вообще, как мы планировали, что это будет Олимпийский год, и мы думали, ребят, которые будут завоевывать олимпийские лицензии, как бы это очень непросто, это очень большая работа. Те, которые попадают на Олимпийские игры, имеют уже лицензию, мы хотели их как бы от города премировать, но в связи с тем, что Олимпиаду перенесли, в некоторых видах спорта все-таки прошли чемпионаты Европы, чемпионаты мира прошли. Это те, кто в основном находится на открытом воздухе, там велоспорт, гребля. Вот. И у нас получилось 200 тысяч, мы запланировали на денежные вознаграждения для наших спортсменов, для призеров чемпионатов Европы, для финалистов чемпионатов Европы, для призеров чемпионата мира. И вот у нас, я взял с собой список, у нас 15 спортсменов на сегодняшний день, которые до конца года, некоторые уже получили, потому что мы так поэтапно делали распоряжение мирского головы, некоторые уже получили, некоторые дополучат от 5 до 15 тысяч гривен. То есть в зависимости от какая медаль, какие соревнования и возраст, это взрослый, юниор или юноша. Ну, я думаю, что это небольшие деньги, но все-таки должны отметить, должны поздравить, должны, чтобы спортсмен понимал, что его ждут в этом родном городе, что про него помнят, что ему стараются помочь, и я думаю, это будет его стимулировать дальнейшим завоеванием новых медалей. Передостаннє моє питання буде для вас, для двох, тому що я від себе хочу сказати, за, можливо, не тільки цей рік, а й минулий також, я побачив, що коли модель допомоги міста, Олександр Федорович, допомоги голови спорту міста вашої і роботи комунальної установи «Центральний міський стадіон», усі люди практично там зі спорту. Ви ці проблеми бачите, ви практично там, може, спокійно, не спокійно, але все це вирішується. Можна казати про приклад того ж «Атланту», де Іван Кулін директор, так, де багато чого було зроблено, і зараз ось так «Заря». Наскільки легко ось так працювати, і чи буде продовжуватись, можливо, хтось з відомих миколаївських спортсменів також у майбутньому до вас доєднається, як функціонер, можливо, як директор якогось підприємства спортивного? Конечно, будем разговаривать с молодыми спортсменами, ну как не с молодыми спортсменами, те, кто уже закончил карьеру, кто хотел бы поработать на благо спорта немножко в другом русле. Мы с этими людьми будем общаться, будем разговаривать, будем предлагать то, что мы можем. Нам, например, потому что мы выходцы, мы это все проходили, мы это, ну, нам легко общаться, находить общее мнение, приходить к общему знаменателю. Потому что мы, ну, мы понимаем там, с двух-трех слов, о чем мы хотим поговорить, что мы хотим сделать. Да. Сам путь этого решения, ну, садимся, обсуждаем все вместе, находим какие-то общие пути решения. И дай бог это получается, так и дальше будем двигаться, будем привлекать молодых спортсменов, ну, не молодых, тех, кто вот только закончили. Не все хотят идти, кто-то хочет, вы же видите, все наши знаменитые спортсмены, которые закончили, многие уезжают в другой город, в тот же Киев. Ну, это право каждого, ну, выбор право каждого человека, каждый принимает решение, как ему лучше. Поэтому мы всегда будем рады видеть в наших рядах тех спортсменов, которые чего-то, ну, многого достигли, прошли этот спортивный путь и понимают, что нужно для того, чтобы реализовывать и улучшать материальные базы, ну, наших спортивных школ. Обновлять инвентарь, привлекать тренеров, может, даже с других регионов. Если, ну, в том или ином виде спорта у нас тренера где-то могут немножко не справляться. Поэтому всегда готовы разговаривать, и этим и будем заниматься. Виталий, ваша думка с этого привода? Ну, я вообще в спортивное управление, меня Олег Валерьевич давно приглашал. Я все закончил и все ждал каких-то больших зарплат и шел в бизнес всячески. И у меня есть опыт, и я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Сегодня я на своем месте, мне это доставляет удовольствие очень, ну, большое. Как бы. Я считаю, что спортсмены должны
займатися спортивною діяльністю. Працювали у будівельному бізнесі, я так розумію, да. Тому зараз вам це все зрозуміло, як, конечно, що до я чого, вижу, окрім спортивної складової. Понимаю, да. Останнє. Багато хто може знає, багато хто ні, скажу, що Олег Машкін з боксу, Віталій Волков з боксу, заслужений майстер спорту міжнародного класу. Що останнє моє питання, про що хочу поговорити. Останнім часом ви повернулись до тренерства і їздили на чемпіонат України з своїм вихованцем, так? І останні молодіжні, юнацькі чемпіонати дають надію на те, що покоління миколаївських боксерів нове все ж таки знову ж може поїхати на Олімпіаду. Ну, безусловно, ми за свій вид спорту переживаємо. Как бы сказать, еще больше. Конечно, хочется, чтобы традиции продолжались. На сегодняшний день у нас есть неплохой парень Анатолий Ем, который у нас в этом году принял участие в юниорском чемпионате Европы, который проходил в Софии, в Болгарии. Он первый бой выиграл у молдавского боксера, а во втором бою, к сожалению, немного уступил румыну. Уступил румыну и остался без медали. Он боксировал в четвертьфинале. Сейчас недавно приезжал наш близкий товарищ Сергей Деревянченко из Америки. Приехал в Николаев на 3-4 дня, зашел в родной нам зал туда, подарил Анатолию Ему перчатки, экипировку боксерскую, что там хороший Виталик присутствовал, да, он видел там верластовские перчатки хорошие, это такая известная американская фирма. Вот, поэтому будем стараться, чтобы традиции николаевского бокса не падали, но тяжеловато находить молодых таких перспективных ребят. Кто-то немного показал неплохо себя, потом ушел, там, бросил там, или пошел учиться куда-то в институт, переехал в другой город. Будем искать талантливых молодых ребят, помогать им. Сейчас у нас всячески Федерация бокса Николаевской области тоже помогает отправлять ребят и на спортивные сборы учебные там, по разным возрастам. Поэтому будем стараться, чтобы бокс николаевский был на тих позиціях, по крайній мірі, на яких він був раніше. Ваш вихованець з'їздив на чемпіонат України? Ну, він проіграв в першому бою, давно не боксував, 2 роки він не боксував, була пауза. Как бы. Ну, ми продовжуємо працювати. Я вважаю так, що ну, на плеяді Волкова, Деревянченка і Ключков в Николаєві бокс закінчився. Ну, все, кроме Сергея Деревянченского, все начали тренироваться. То есть я думаю, что с нас он и возродится снова. Как бы, вот так. Сергей Деревянченко приезжает, тоже поддерживает. Он привез перчатки не в один зал, он раздал там всем. У нас есть еще Кирилл Баженов, это воспитанник Букалова Владимир Александрович. Тоже неплохой парень. Как бы вот эти вот две кандидатуры на следующий год планируется тоже, там у них мир будет уже. И ну, планируется туда будут ехать. Они будут старше в своем возрасте. Если в этом году они выступали 2005-2004, а они оба 2005 года, то следующий год уже будет 2005-2006. Как бы будет возможность больше. Ну, дивлячись на те, що в першому бою програв ваш вихованець, про нього говорить, що доволі перспективно, там була пауза величезна просто в тренувальному процесі, я так розумію. І ще одне, друзі, ви бачите, що людина, спортсмен, такий як Сергій Дерев'янченко, він приїжджає до Миколаєва і з задоволенням йде до спортивних залів нашого міста. А це неймовірна мотивація для молодих спортсменів і вихованців. Це дуже круто, так? Да. Я думаю, що так будемо працювати наступного року і в інших видах спорту. Будемо залучати відомих, мотивувати наших молодих спортсменів, і ліцензій олімпійських буде дуже багато. Друзі, Олег Машкін, Віталій Волков сьогодні були з нами. Дякуємо їм за бесіду. Це була програма «Діалог», друзі. До нових зустрічей.